Жизнь в селе и в городе очень разная. Во многом причина этому отношение самих людей к этому вопросу. Мы почему-то думаем, что в городе жизнь лучше, хотя на самом деле в селе жить может быть даже и лучше, если заниматься тем делом, которое тебе близко. Конечно, люди живут по-разному. В городе условия лучше, жить здесь комфортнее. Людям в селе намного сложнее и приходится больше трудиться. О каком сравнении вообще может быть речь? В селе практически нет рабочих мест. Занимаясь только земледелием, семью не прокормишь. Но самая большая разница в уровне образования детей, в их развитии. В школах, которые расположены в высокогорных селах, нет даже библиотек. В деревне нет образования, нет работы и дохода. Соответственно, жизнь в городе и в селе просто нельзя сравнить. Где село и где город? Деревня полностью отрешена от мира, ее уже практически не существует. Крестьяне, которым за 60, 70, 80 лет, они уже ничего делать не могут, а молодежь покинула села и возвращаться туда не собирается. Жители сел перебрались в Тбилиси, чтобы как-то содержать себя, найти работу. Им необходимо предоставить какие-то льготы, чтобы они смогли остаться в своих домах и иметь возможность на что-то жить. В городе так или иначе можно трудоустроиться, а в деревнях ничего нет, поэтому они и пустуют.